однажды унес, такой факт из его жизни, однажды он унес покушать каким-то пастухам, которые пасли стада. И вдруг его неожиданно Господь перенес совершенно в другое место, за очень большое расстояние. Он оказался около темницы, где находился пророк Даниил, про которого мы сами все знаем. Даниил был в Назарии, Мессарии, вот они все эти пророки, в Вавилоне. Пророк Даниил был голоден, голоден. И вот Господь устроил так, что по молитвам пророка Даниила, пророк Аввакум, тоже Божий человек, с этими хлебами там святой оказался возле темницы, накормил пророка Даниила, не дал ему умереть. Вот такое удивительное событие в жизни двух этих пророков было. Господь услышал молитву одного пророка и взял другого пророка и перенес к тому, чтобы напитать его душу, вот это его тело. Удивительное, конечно, событие.